перелетной смены на сегодня в плане. И на стоянках ждут нас корабли. Заря разлилась алой краской в пятом океане. Со штурманом отчалим от земли. Рев двух турбин, двух пламенных моторов. Нас, граждане, за грохот упрекнут. Но кто-то в небе нас проводит восхищенным взором. Отряд уходит с громом на маршрут. Кругом волшебных облаков убранства наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. Под крыльями поблескивают реки, и небо по маршруту как проспект. Там на земле нас ждать остались вынутые чеки, и значит на чеку боекомплект. Ракеты мирно дремлют на пилонах и верят, что не будут с ветерком отчаянно носиться на различных эшелонах в погоне за каким-нибудь врагом. Кругом волшебных облаков убранства наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. По облакам корабль, как по волнам, хоть 40 тонн, а словно налегке. И если что, мы можем при желании на полном увидеть звезды днем на потолке. Ну а пока увидеть бы Илюшу в просторе океана голубом. Кораблик наш воздушный, он ведь тоже хочет кушать. Он пьет, а наши нервы узелком. Кругом волшебных облаков убранства наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней публичной страны. Как в гавань корабли идем, снижаясь. Отряд вернулся, самолеты в ряд. И пусть нельзя, мы курим на стоянке, улыбаясь, пока машины техники чехлят. Усталые, но радостные лица и громче нет звенящей тишины. Дай бог нам уходить в полет по плановой таблице, когда по плану, значит, без войны. Кругом волшебных облаков убранства наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом великой и родной страны. Мы с Вадимом Захаровым планируем здесь с вами посидеть.